Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Энгина Акюрека наконец-то осуществил свою самую большую мечту, которую он долгое время держал в секрете. Отец Акюрека вызвал ажиотаж в журнальном мире, заявив о счастье и успехе своего сына. Энгина Акюрека был известен как один из самых популярных актеров турецкого телевидения и кино. За короткое время он приобрел широкую базу поклонников благодаря своей харизматичной позе и актерскому таланту. Однако Акюрек всегда держал свою личную жизнь в секрете и не раскрывал поклонникам свою самую большую мечту. Журнальный мир давно ждал самой большой мечты Энгина Акюрека. Но что это был за сон, осталось загадкой. Все это любопытство наконец закончилось заявлением отца Энгина Акюрека. Отец с гордостью и счастьем объявил о самой большой мечте своего сына. «Самая большая мечта Энгина наконец-то сбылась», — сказал он. «Мой сын упорно трудился ради этой мечты и, наконец, достиг своей цели». Отец объяснил, сколько сил и стараний Акюрек вложил в эту мечту. «Самая большая мечта Энгина Акюрека осталась тайной, которая очаровывала всех». Заявление отца стало большим сюрпризом как для последователей Акюрека, так и для мира СМИ. Этот большой успех Акюрека можно считать поворотным моментом в его карьере. Хотя отец заявил, что гордится успехами сына, он не рассказал подробностей о том, как Акюрек осуществил свою мечту. Однако эта неожиданная новость взволновала последователей Энгина Акюрека и вызвала интерес к его будущим проектам. Поклонники Акюрека с нетерпением ждут, что это за большая мечта и как она осуществится. Отец, довольный большими успехами сына, надеется, что Акюрек добьется большего успеха в своей карьере. У этого поворотного момента в жизни Энгина Акюрека, как в карьере, так и в личной жизни, могут быть события до и после. Нам не терпится услышать подробности этого большого сюрприза. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.